Доча, что? Ты дома? Нет, мам, ты с привидением разговариваешь. Да ладно, хватит поясничать. Хотела тебе сказать, что сейчас к нам придут гости. Какие еще гости? Тетя Лена и ее младшая дочь Кристиночка. Только не это. Мам, ты забыла, что эта Кристина нам в прошлый раз чуть всю квартиру не разнесла? Так, все, хватит, это же ребенок. Поиграешь с ней, все будет хорошо. Ой, кстати, а вот и они. Побежала открывать. Пожалуйста, веди себя нормально. Надеюсь, я выживу. Проходите скорее, мы вас уже заждались. Да, наконец-то вы пришли! Привет-привет! Я так рада вас видеть! Кристиночка, проходи в комнатку, там Вика с тобой поиграет. Угу. Мне твоя мама сказала, что ты со мной поиграешь. У тебя игры на телефоне есть? А, нет. Хм, ты уверена? Тогда сейчас скачаем. А у меня телефона нет. Слушай, давай я тебе лучше мультики включу. Ладно, мультики так мультики. Вика, можно тебя на пару минут? Уже иду. Вот, смотри мультики, только прошу тебя, ничего здесь не трогай, хорошо? Ага. Ой, какая же ты уже взрослая стала. Ну, рассказывай, жених-то у тебя уже есть? Какая красота! Ой, что это? Секундочку. Ты что наделала? Это же были мои любимые духи. У вас все нормально? Кристиночка, иди за стол, там шоколад есть. Уже бегу! Доча, а ты закажи что-нибудь гостям. Хорошо, мамочка. Закажу им такси домой.